Переводчик Виктор Суходрев, который переводил ваши переговоры с Маргарет Тэтчер, рассказывал мне, что Тэтчер смотрела на вас абсолютно влюбленными глазами, и было видно, что она находится под властью вашего мужского обаяния. Вы ощущали, что она в вас влюблена? Я не думал особо. А он успевал переводить и думать еще об этом, ведь? Да, это талант, талант. А правда ли, что вы... Кстати, они очень были в добрых таких человеческих отношениях, контакты сложились у них с Рисой. Мы были у них дома, еще когда она была премьером. Потом уже после дома были на квартире у нее. Правда ли, что... Она, знаешь, одна Маргарет Тэтчер, когда она закипает яростью и страстью вести диалог и дискуссию, ну и совершенно на другой. Она очень, очень элегантный человек, очень внимательный.